волшебном мире ты друзьям улыбнись. Край Бэйбис Фэнтези! Фэнтези-олимпиада. В мире фэнтези проходит олимпиада. Поприветствуем суперспортсменов, которые будут состязаться за бриллиантовую соску. Да, здорово! И вот появляется Дримми, чемпионка всех предыдущих игр. Дримми! Рядом идет ее тренер по веселью Дина. Что мне делать? Прыжок звезды. Я все еще не привыкла. Давай, будет весело. Ну, почти неплохо. Но давай еще раз. Должно получиться лучше. Я не выиграю бриллиантовую соску, хотя все ждут от меня этого. Сосредоточься на веселье. Ты только и думаешь о веселье. Если тебе не будет весело, ты никогда не победишь. Я пытаюсь помочь тебе, но ты не помогаешь. И если это так просто, то иди сама и победи. Вот-вот начнется первое состязание. Бег по облакам. На старт. Внимание. Ой, мне сообщили, что у нас новый участник. Давайте тепло поприветствуем Дину. Привет. На чем я остановилась? Ах да, марш! Это так просто! Видишь, зрителям нравится веселье. Невероятно! Дримми установила новый рекорд! Видишь, вот где веселье! Мне никто не поможет! Второе состязание – метание неожиданных предметов! Ой! Дженна, твоя очередь! Вот что значит веселье. Спортсмены идут вровень, и в последнем состязании они выложатся по полной. Прыжки на грибах. На старт. Внимание, марш! В чем дело? Продолжим состязание. Очередь Дины. Ой, давай, вставай, это же весело. Ты жульничаешь. Я? Сама-то. Жульничество на фэнтези-олимпиаде? Невероятно, как это некрасиво. Мы проведем еще одно состязание, где никто не сможет жульничать. Тот, кто сорвет трофей с великого дерева, не используя свою силу, победит. Да! Это ты аккуратнее. Я так скучала по нашему веселью. И я. Состязания так выматывают. У меня идея. Прошу внимания. Сейчас будет выполнен прыжок звезды. У тебя получится. Невероятно! Это самый веселый прыжок, какой мы только видели! Да! Ура! Фэнтези Мэджик Тирс! Здорово! Молодец! Да! Вот это да! Вот, возьми!
нет, она твоя. Вот это достойный финал фэнтези-олимпиады.